привет! Сегодня у меня вот такая вот покупочка. Огромная. Это 50 литров чистой коры. Огромной фракции. Ну, по крайней мере, это не та труха, которая продается в пакетах. В субстрате. Вот такие вот тоненькие. Они для посадки орхидеи вообще непригодны. Вот такие вот. Это просто щепочки тоненькие. Это не годится. Вот. Одна труха. Очень много всякой. А это, в общем, я решилась купить такой огромный пакет. Сейчас я его распечатаю, мы посмотрим, что находится внутри. Там я смотрела, в магазине был образец. Неплохая кора, она мне понравилась. И я решила поделиться половиной мешочка с моей подругой. Она тоже занимается орхидеями. Ну что, давайте разрезать и посмотрим, что внутри, какая она внутри, эта кора. Вау, круть. В общем, я буду секатором разрезать ее на такие кубики, на которые мне надо, то есть. Вот. Можно порезать. Потому что я не знаю, когда я попаду в лес и когда я насобираю коры. Я давно планирую поехать в лес, найти какое-то дерево. Вот. Сравните. Да, это, конечно, убожество. Но это такое последнее время мешает, представляете? Вот такие, это просто... Даже не знаю, как назвать это. Это ни на что не годится. Мы как на мульчу. Ну, тут кора уже как кора. И, наверное, я ее в духовочке пропарю. Офигенно. У меня эта идея была давным-давно. Наконец-то я на эту идею созрела. Купить вот так вот оптом огромный мешок коры. Какая классная. Вообще. Ну, единственное, что я сделаю, я ее пропарю в духовочке, потому что пакет у нас целлофановый, как бы не завелись тут какая-то плесень. Вот. Вот. Мешок мне этот по бедро. Ну, короче, огромный мешок. Да, еще что я хотела вам показать. Сейчас я вам покажу. Расцвел мой шлюмбергер. Вот так я оформила кашпо. Оно у меня подвесное. Просто у меня стол занятый там. Вам показывать. Вот, какой красивый. Вариагатик я сюда садила. В общем, у меня все сорта шлюмбергеров, зигакактусов в одном кашпо. Пока что так. Это красный сортовой, это белый. Это мне мала с художки притащила, с художественной школы. Что-то он такой какой-то сморщенный. А, она его пролежала в сумке долго. Ничего, приживется. Это розовый, самый обычный, я так понимаю. Вот. Это рапсолидопсис белый. Такими звездами. Красивый, мне нравится. И вариагатика. Вот-вот. Вариагатик. Очень-очень красивые цветочки. Решил меня порадовать. Это значит, он уже прижился. Да. Висит он у меня на окошке. Вот в таком вот подвесном состоянии.
Когда разрастется, это будет смотреться красивой шапочкой. Пока что они только-только вот у меня приживаются. Да? Вот такая была покупочка. А, да, кстати, сейчас еще покажу одну покупочку. Еще хочу показать вам одну покупочку. Очень-очень красивая, она мне понравилась. И она, кстати, очень удобная. Не знаю, как это назвать, кашпо. И туда вмещается 3-4 орхидеи. У меня даже 4 вмещалось. Классно, у меня освободилось много свободного пространства. И оно вот такое вот красивое.